С наступлением жаркой солнечной погоды волгоградцы, гости города, устремились за красивым загаром и освежающей прохладой к водяным источникам. Чтобы отдых у воды доставил только приятные впечатления и не омрачился чрезвычайными ситуациями, важно знать об элементарных правилах безопасности, уверены активисты Всероссийской организации спасания на водах. В ходе очередной акции на свежем воздухе они напомнили отдыхающим о мерах предосторожности в летний период. Распространяем листовки, напоминаем правила оказания первой помощи и советуем все-таки отдыхать в местах, где организовано место для купания. Почему? Потому что, еще раз повторяю, там, где стоят организованные места для купания, пляжи всегда, дно почищено, песок чистый, мусора нет, стекла нет, дети могут безопасно передвигаться вправо-влево, а самое главное, там спасатели. За безопасным отдыхом следили не только с суши, но и с воды. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в ходе патрулирования общались с отдыхающими на так называемых диких пляжах в волгоградцах. Как отмечают специалисты, во время отдыха на воде наибольшей опасности подвержены люди, употребляющие спиртные напитки, и дети. Взрослые отдыхают, лежат там в теньке под деревьями, ну, естественно, употребляют там что-то, шашлык делают, кушают. Дети остаются без присмотра. Без панамок дети, без каких-то косынок. Часто это наблюдать. Вот сегодня решили провести такое патрулирование. Волгоградцев призывают позаботиться о себе и здоровье близких людей, быть более внимательными на отдыхе у открытых источников. Анна Муслимова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.